Большие преобразования ждут Северо-Енисейский район. С его новым главой это обсудил губернатор Александр Ус на рабочей встрече. Алексей Рябцев стал руководителем района в конце декабря 2021 года. Сейчас на соседней территории строится самый северный мост через Енисей, и он придаст импульс развитию всего Ангаро-Енисейского экономического направления, заявил губернатор. Кроме того, продолжается строительство дорог. Новые проекты должны повысить уровень жизни местных. Добавлю, до этого пост главы региона почти четверть века занимал Ишмурат Гайнутдинов. По словам губернатора, предыдущий руководитель стабилизировал экономику района и улучшил социальную сферу. И сейчас важно не снижать планку. Вы всегда отличаетесь особыми показателями с точки зрения трудовой занятости, заработной платы и достаточно крепкой социальной сферой, такой, по, что называется, по нашим красноярским меркам. Вы человек тоже там достаточно опытный, поэтому я абсолютно убежден, что все то, что было создано там годами, вот именно с точки зрения такой хорошей базы, безусловно, будет развиваться дальше под вашим руководством.